Почему я стала юристом? На самом деле, так просто сложились обстоятельства. Когда я поступала в университет, это было модно. Юристами хотели стать все. Юристы, экономисты. Соответственно, я одна из тех, кто поступил на юридический факультет. Про фрилансеров и удаленную работу в то время никто не знал, не слышал. В общем-то, и интернет не был настолько развит. На самом деле, мне повезло. Я устроилась в достаточно крупную компанию, в холдинговую компанию в городе Кемерово. И оттуда началась моя, собственно, трудовая деятельность в качестве юриста, корпоративного юриста. В какой-то момент, как и все, наверное, достаточно успешные специалисты в своей сфере, в своей отрасли, мы упираемся в тот самый стеклянный потолок, хочется чего-то нового, хочется большего развития, хочется, наверное, больше свободы, собственной свободы, личной свободы. И, соответственно, было принято решение мной открыть свое дело и оказывать на аутсорсинге юридические услуги. Я переехала в город Барнаул и начинала совершенно с нуля. Начинала я в качестве резидента бизнес-инкубатора. Мы получили государственную поддержку в виде льготных условий. Нам предоставили офис для нашего бизнеса. И, соответственно, оттуда все и началось. В данный момент мы уже можем совершенно самостоятельно существовать. Снимаем офис, мне кажется, в одном из лучших центров города. Большая часть сотрудников работают удаленно. У каждого есть свой компьютер, домашний офис. И все наши клиенты, доверители, в основном с ними контакты все удаленно происходят. Встречи, личные встречи происходят крайне редко. Это, наверное, одна из причин, почему вот последняя ситуация с пандемией, да, абсолютно никак не сказалась на нашем бизнесе. Конкуренции мы не боимся, потому что на самом деле потребность в хороших юристах на сегодня она не закрыта. Это не тот рынок и не та сфера услуг, где предложение превышает спрос. Напротив, сегодня большинство предпринимателей, бизнеса, они в активном поиске хороших специалистов, которые бы могли прикрыть и защитить их бизнес именно в правовом поле. Успешный юрист – это в первую очередь, ну, наверное, это не очень скромно говорить о себе, но в первую очередь это сильная личность, потому что на самом деле очень важно иметь стержень, иметь характер. И ну, для меня все-таки успешный юрист – это человек порядочный. Варианты, когда решаются какие-то проблемы вне правового поля, я их не приемлю и никогда не рекомендую. Всегда можно найти решение проблемы, любой проблемы можно найти законное решение.